Всем привет, друзьяшки! Милые мордашки. Мы уже успели соскучиться. Вот, с вами Леон и... Ай! Что ты делаешь? Леон и... Анечка. В общем, мы продолжаем играть «Волк среди нас». У нас на очереди последний 5-й эпизод 1-го сезона. Да. В общем, давайте начинать. И, кстати, вы успели посмотреть, какая обалденная заставка на 5-м эпизоде стоит? Она просто шикарна. Бигби такой прям весь воплотился. Он прям не Бигби, он прям большой, страшный, серый волк. Вообще вот. Ладно. Ну он классный, ну чё. В любом случае, все закончилось на очень-очень интересном таком, знаешь, прям вот... Ни один эпизод еще так и не заканчивался, как этот, как четвертый, прям да. Так уж, о, хочу дальше. Вот, ну. То есть там незаконченные как бы моменты. Короче, там такой, просто да. Взяли и вот на самом интересном мы закрыли, да. как нормальный, достойный сериал. Да, вот. Например, «Санта-Барбара», да, там, мы ее же смотрели. Там-та-рам-там-пам. И Бигби вышел в центр комнаты и закурил. Ну что ж, ребята, давайте потолкуем и тыкиду. Кстати, мы довольно быстро вышли на скрюченного дядечку, к слову. Да. Я думал, мы гораздо дольше будем к нему уходить. Там, знаешь, такого, да ты на него не выйдешь, да там у него постоянно перемещается, да там бла-бла-бла. Через 2 часа просто здравствуй. По-моему, он сам просто этого захотел. Он же сказал, что типа пока он не захочет, ты ничего не сделаешь. Ну да. Да, мы немножко мерзопакостные. Да, мы перебрали местами где-то. Мы воспитываемся? Мы лечимся? Мы всего лишь пытались... Мы лечимся! Нет, мы не лечимся. Нет, это уже не лечится. Всё. Так, что было в предыдущих эпизодах? Что-то концентрирует внимание на Веру, да. Обратим внимание, что-то как-то подозрительно. Вера и Лили. Ну, это видишь, вот то, что показывают, что они умерли. Жертвы. Жертвы. И что это сестра ее, а не Снежка. Вот. Не просто же так вот эти выборочные моменты показывают. Да. Дело в ленточке, не правда ли? Мне кажется, если срывать ленточку, то она покроется вся ленточками, и у нее там и рот такой будет зашитый. Мы уничтожили дерево. Никогда себе этого не прощу. А может, все-таки есть что-то в этом... Да пофиг. Пофиг. Да пофиг, вообще пофиг. Че теперь, блин? Она сама виновата. Могла бы хотя бы согласовать это с администрацией, там, не знаю, ну, сделать. Ну, это же формальность, это что-то. Ну, вот она захотела нелегально, вот, получила. Как нелегально создавала, так нелегально и закончила. Упс, у нас такая розочка тут. Симпатявая. Нам еще руку сломали. Прострелили нас в нескольких местах. Да. Пикантных и не очень. Да, в основном. Ну да. Ну так-то. Чего у него такая грудь волосатая? В попу раненый волчонок. Да. Так, надо его привести живым. Живым. Почему вам не присесть, шериф? Нам есть что обсудить. Собственно, на этом закончилось. Прошлый эпизод закончился. Вот. Uh-huh. И теперь мы будем разговаривать с нашим дядечкой. Ой, что нас ждет-то? Что нас ждет? По-моему, просто тупо нас сейчас здесь перемочат и все, потому что мы, когда туда пришли, там их столько головорезов, и думаю, сейчас просто нас там закроют, свяжут и на запчасти. Вступление эпизода, кстати, говоря, не было сразу с... Ну так тут интрига. Потому что тот эпизод так окончился, оборвался, можно сказать. Mm-hmm. И поэтому здесь вступление... Зачем оно? Тут уже скорее. Итак, заставка вон какая длинная. Уже чешется здесь просто. Руки чешутся. Посмотреть, что же дальше будет. Но. И опять же, офигенная же там заставка. Так. Я обожаю дизайн. А теперь тогда дам. Че такое? И я возьму управление над мышкой. Думаешь? Думаю. Ну ладно, на, держи тогда. Ты на протяжении всех 4 сезонов это делал. Эпизодов. Да хоть, да, эпизодов. Да хоть потыкать. А монетка за это будет у меня. Хорошо. Хорошо. И оба варианта будут в мою пользу, если будем их кидать. Итак, волк, одиночка. Одиночка. Вы проделали долгий путь. Должно быть, вы устали. Обратите внимание, идет ночь на данный момент. Время суток.
крестит. Что, джентльмены? Если мои источники не врут, в последнее время у вас было не так уж и много времени на отдых. Пожалуйста, шериф. Ладно, давай. Не хотите что-нибудь выпить? Или поесть? Иван замечательно готовит. Я выпью. Давай. It's lobster, sirloin. Got a scotch? Only Tennessee whiskey. К сожалению, только теннессийский виски. Туши сигарету. What do you think you're doing? Мистер Волк is our guest. Мистер Волк наш гость, и я собираюсь с ним сотрудничать. So don't waste Не трать серебро. Сядь, Джерси. Sit down, Jersey. То есть он нам дал понять, что он такой авторитет, и у него все пули там серебра. Итак, шериф, вы не могли бы внести ясность и рассказать нам, зачем пришли? Сохранить нам нервы поможет. Нет. Ты убил этих женщин. Каких женщин? Вера и Лили, девушки, работающие в сладком десерте. Разве? Я думаю, что уверенность, с которой вы меня обвиняете, должна быть обоснована на каких-то доказательствах, не так ли? Нифига, или свидетель. Мне не нужны улики, мне плевать на значок, здесь не будет места. Ты виновен, пока я не скажу обратное. Вот как это работает. Ага. Простите, шериф, я хотел бы, чтобы вы поймали меня с почином, правда, для вашего же блага. Нет, я никого не убивал. Те женщины без восторга признают, что они были убиты моим работником. Mm-hmm. Это очень неприятная часть дела, но я обещаю, что этот вопрос будет решен между нами. И уверяю вас, что с этим будет покончено. Приятная часть дел? Ты прямо сейчас скажешь мне, кто их убил. Шериф, я уважаю вас и вашу работу. Надеюсь, вы это понимаете, но я не имею права разглашать данную информацию. Вам не стоит об этом волноваться. Как я уже сказал, все под контролем. Нет, я разберусь с этим. Прямо сейчас. Ты правда думаешь, что мы ведем с тобой переговоры? Человек сказал, что позаботится об этом. Так почему тебе не понять этот намек и уйти? Я выхожу из себя. Ты ведь не хочешь все усложнять? О, очень хочу. Я бы воспользовался поводом, чтобы всадить тебе пулю промеж глаз. После того, что ты сделал. Достаточно. Я надеялся, что до этого не дойдет, но в интересах сохранения нашего альянса. Если хотите знать, то это был Джорджи. Нихрена себе. Однако, как я уже сказал, я сам разберусь с этим, если вы не против. Джорджи, ты против, да? Ты получил, что хотел. Сядь сейчас же. Да. Нифига вот так-то, паскуда тварь. Я их убил, и чё? Ты кусок говна. Мне следовало догадаться. Послушайте, дело в том, что Джорджи неправильно понял мои указания. Неправильно понял? И я хочу сделать все правильно. Так что давайте что-нибудь придумаем. Что значит придумай? Я под защитой, верно? Твоя защита имеет границы, и ты пересек их. Ты смог убить кого-то так хладнокровно. Ты просил меня это сделать. Я затем пытался обвинить в этом меня. Ты будешь молчать, пока мы будем решать, что с тобой делать. Это чушь, собачья. Вы позволите ему это сделать? Трусы. Так что скажете, шериф, мы можем обговорить условия? Вы можете забрать Джорджи. Ух ты. Хорошо, я заберу его. Хорошо, давай поговорим. Ты не можешь так просто сделать. Какого хрена? Ты обещал, что будешь прикрывать нас. От незначительных нарушений. Просто иди с ним, Джорджи.
Часами люди, вы правда хотите просто кого отдать? Вы думаете, меня волнует? Я прошу прощения, шериф, но мне кажется, вам сейчас лучше. Я ни за что с ним не пойду. Ты издеваешься. Дело, кажется, пойдут не очень хорошо, так что я предпочел, чтобы вы не видели этого. Ты можешь пойти и присоединиться к тем шлюхам. Но он никуда меня не уведет. Я вылью на вас знатную что там. Уйди. Тебе так нужен? Он тот, кто тебе нужен. Я ведь все могу пройти намного лучше. Но тебе нужно было все усложнять. Честно говоря, никогда не умел вести переговоры. Зачем договариваться, когда можно все решить самостоятельно? Ох, ты моя, что ты цыпочка. Кисунечка. Слушай, она через зеркала перемещается. Ну, это ж кровавая Мэри. Она же ее через зеркало вызывает. Ну, ничего себе. Прикольно, тебя смотрится. Подогрели. Опа! Нифига себе. Так, ну бери Клаву. Думаешь? Думаю. Ну, допустим. О, ребята. Да, сейчас будет явно жестко. Тыкай. Тыкай. А, со шрамом в голове собака. Лови. Ох ты. О, смотри, у них там... Открыли дверцу. Конец. Здесь нам больше нечего делать. Ааа, так, господи. Нужно сказать, что было приятно познакомиться. Буду рад выпустить тебе кишки. Ооо, вот это просто мист. Тыкай. Так. Оу. О, блин, нас же его живым надо было, господи. Не, нам надо дядечку живым. Не-не-не, нам нужно убийцу было живым. Ну так это он же стоит за всем. Ну, дядечка не совсем стоит за этим, но тем не менее. Да, пошел ты прочь с дороги. Нам не на нем, сейчас надо нам бежать. Ну. Боже мой. Так, все, беги, беги. Мне напоминает, кстати, вот эти эпизоды, фильм «Гайвер». Где обычные люди превращаются в всяких монстров и... И что не видел такого фильма? Ну, это старый, 90-х годов фильм. Окей. Окей, Google. Вот. Ты уверен, что дальше хочешь мышку держать? Да. Ну ладно. На тебе и так, Клава. Кусок. Какой разлом. Ты ж, блин, успели. Кушончик, давай. Да все норм! Успела. Норм! Тыкай! Да. Весь хардкор и так тебе досталось. Нифига себе. Ой. Упс. Упс. Это что такое? Это мы бежим. Это время. Тыкай. Так, ладно. Обалдеть, это еще по улицам все это носится, это же, блин, там давай. Люди в черном даже не помогут. Так, поверху или справа? Я сам решу, блин. Молодец. Так. Давай. Не самый удобный способ, блин. Мы можем их потерять, просто нужно поэтому решение внимательно принимать. Опа. Так. Блин. Давай, включай свое паучье чутье. Вот. Так, спокойно сейчас. Какой ты спокойно, давай быстрее беги. Так. О, что? Сейчас будет супер прыжок. Что? Опа. Что? А, так, вот, вижу машину. О. Fuck, what was that? Что это было? Угадай, блин. Нок-нок. Oh, fuck. А мы правильно, кстати, прыгнули, в принципе. Ты думаешь? Да. Почему? Ну, нам нужен чувак, который убил женщин, правильно? Насрать на этого долбанного... Нет, я считаю, что все-таки нам нужен чувак, который стоит за всем этим. Ну, он потом... Я думаю, ни хрена, блин, он... По ниточкам. Фаг.
Она нас не сбила. Разбайся! Разбайся, у нас времени мало. У нас внизу, видишь, время выходит. Ой, назад. Он не двигается. Продолжает двигаться. Нет. Что ты не сделал вправо? Не надо было. Я не застал! Ну ё-моё. Святой апостол, а ну давай уже. Если бы мы свернулись, мы потеряли бы время. Так у нас. Быстро они, кстати. Ём. А где субтитры? Да вот где-то были. Где-то мне в кармане завалялись. О, удачненько мы зашли. Как удачненько, да-да-да. Вообще удачненько. Главное, все в пору нам, все такие же шмоточки, все это. Да-да-да. Нас там, по-моему, ждали. Кровь, да, он ранен. Да, давай кровь. Следовать. Чисти вообще, да. Да, он много потерял. Не, надо его вылечить, я считаю. Так. Что-то еще. Да, вон то же самое смотрит. Да? Да, да, да. Ну ладно, ну пойдем уже внутрь. Пойдем внутрь. Пойдем, нельзя здесь оставаться. Hang on. I need a minute. Погоди, мне нужна минута. Ладно. Hello. Ой, ой. Фига его так-то кинули вообще. Shit. Ну. Можно теперь использовать его, чтобы добраться до него. Ты думаешь, его надолго хватит? Ну, надо сделать так, чтобы надолго хватило. Нужно ему помочь, я считаю. Тебе нужен скрюченный дядечка. Ну, конечно же, ты слишком тупой, чтобы это понять. Я забираю тебя, Джорджи. Пойдем. Ты меня понесешь? Пожалуйста, шериф. Разве это недостаточно? Посмотри на него. Как ты можешь защищать его? Ты же знаешь, что он сделал. Я никуда не уйду. Это не его вина. Он убийца. Вера и Лили, из-за чего они мертвы? Из-за него они мертвы. Слушай, я знаю, он сделал пару ошибок. Как и все мы. Что? Эти ленточки, они заставили их молчать, а потом убил их. Да ты сама такую носишь. Тебя это ни капли не волнует, знаешь, что этот человек убил? Конечно волнует, как девушки были мне... Так значит, это моя вина? Я не хотела. You're gonna throw me to the fucking wall. Ты тоже собираешься бросить? You know I didn't have a goddamn choice. Ты знаешь, что у меня не было выбора. Какого хрена? I did what I had to. Я сделал то, что должен был. You can't fucking blame me for that. Look. Why'd you do it? Зачем тогда ты это сделал, а? Если ты не твоя вина, какого же хрена произошло? Look. Faith and the others tried to pull a run on us. Так, Вера и другие свалить от нас. Чем исключительный Рэшик был недоволен? Ну, конечно же, большой босс не захотел умрать свои руки, поэтому сказал мне, чтобы я позаботился о них. Ты думаешь, я не знаю, что это значит? Или я сделал, что сказал, или позаботился обо мне? Так что я убил их. И сделал бы это снова. Но это не моя вина. Слушай, дядечка отдал приказ, он сказал мне убить их, а потом сдал меня. Это не моя проблема. О, я понял. Такая же красотка появляется у той двери и хочет помочь. Но если я хочу что-то сказать, то это не твоя проблема. Ну и иди ты. Так, что нужно сделать? Давай, арестуй меня. Но это не вернет Лили или Веру. Это не освободит твою подружку Нерису. Я лишь сдох. Наверное, так легко быть тобой. Просто приходишь, обвиняешь меня во всем дерьме. Работа сделана, да? Джорджи плохой парень, это он во всем виноват. Гай ему кишки. Но что я должен был сделать? Ты не знаешь, каково это. Ты мог сделать все иначе. Ты мог просто отпустить их. Ты мог освободить Веру и Лили от этих жеванных ленточек вместо того, чтобы убивать их. Ты не знаешь, что за хрень несешь. Если бы я их отпустил, что я должен был сделать? Убить ее? Или это я или Вивиан? Скажи мне, если бы я освободил Лили, значило ли бы это?
You still think I had a fucking choice? What are you talking about? О чем ты говоришь? This is the original. Вот первоисточник. The girl with the ribbon. Девушка с ленточкой. I'm sure you've heard the story. Уверен, ты слышал историю. Couldn't take it off. Не можешь снять, не сможешь сказать об этом. She used her little purple ribbon. Она использовала свою ленточку, чтобы сделать больше, чтобы наши девочки молчали для абсолютной безопасности. Ты обещал, что не расскажешь. Вся магия соединена в этой маленькой штучке. Сними ее ленточку, и заклятие снято. Они все свободны. Но знаешь, что с ними? То же самое, что произошло с Верой. Так что не надо приходить и говорить, что я облажался. Какого хрена? Мы должны были приглядывать друг за другом. Я доверяла тебе. Ты не можешь обвинять меня. Ты тоже святая. Ты тоже не святая. Подожди, так это твои ленточки. Ты тоже замешана. Я думал, тебе есть до них дело. Есть, конечно, есть. Ты должен понять, никто не должен был умирать. Когда мы строили это место, это было всего лишь слова, уловка. Мы гарантируем негласность. С этого все и началось. Это должно было быть нашим местом. Мы собирались быть главными хотя бы раз, и никто не должен был нам помыкать. Нами. В этом был смысл. Потом появился скрюченный дядечка, и все обратилось в говно. Так теперь ты понял, почему я не смог просто... Если ты до сих пор думаешь, что все так просто, так давай, вперед, вперед. Kill her then. Убей ее. What are you doing? Break the spell. We'll find another way. Мы найдем другой способ. Она не должна умирать. Может, ведьмы смогут. Не говорите обо мне, как будто меня тут нет. Пожалуйста, думаешь, тебе сложно? Моя жизнь разрушена, и это на твоей совести. Можно мне сказать? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Твоей. Ты права. Это твоя ошибка. Я знаю, что я сделала. Мне тошнит от того, что все считают, что могут делать что угодно с моей жизнью. Я думала, тут все будет иначе. Но все по-прежнему плохо. Вивиан, я не хотел. Думаете, я хотела все это? То, что я сделала с Верой и Лили. Со всеми. Вивиан! Вивиан, подожди, я... Каждый день мне приходится смотреть Гвен и Гансу в глаза. Притворяюсь, что мне не все равно. Мне приходится забывать про то, что сделала с ними. Забрала у них. Я смотрю на Нерису и ненавижу себя. Вивиан! Я не могу больше притворяться. Что ты делаешь? Вивиан, не делай этого! Вивиан! No! Ай, лол. Фак! No! Что за... Вон оно чё. Зачем ты сделала, Вивиан? Вивиан! Господи. Так, вот как они головы падали у меня. Короче, жопа. И умерли они в один день. Не жили ли они долго и счастливо? Да, весьма мощная штука. Да чтоб тебя, вставай. Ага, точно устанет-то. Ты каким-то состоянием. Поднимайся. Я так не думаю, Бигби. Там уже кишки лезут. Блин, ты же... I'm gonna die. Сказание. Я сдохну здесь. We both know that. Видимо, только же магический может быть, что ли. Я так же вскочил дядечкой, мучился. Не меньше моего. Really fuck him up for me, all right? Удохай его хорошенько, ладно? Он получит гораздо хуже тебя. Не волнуйся. Да он же это запомнит. Каким образом? Он же сдохнет сейчас. Старый литейный завод у реки, понятно? Металлургия Шепард. Он будет там. Засранец. Гребаный. Теперь хочешь меня прикончить? Если ты хочешь меня сперва попинать, оторвешь конечности. Я не такой. Sure, it's not. Конечно, no more games, all right. Больше никаких игр, ладно, мы оба знаем, что это конец. Just make it quick. Давай уже быстрее. All right, Georgie. Ладно, Джордж. Не уж жалко. Положить конец страданиям. Ну, херан, почему у меня так? Ну. Господи, Иисусе. Да. То есть все, кто носит ленточку, они обречены так или иначе.
Ну так, если подумать. Ну, походу, если она повязывает на них эту ленточку, то они обречены. Но так как она первоисточник, она умерла, то я думаю, сейчас смысла вообще никакого в этих ленточках не будет. Это же как бы ее история. Да. У русалочки еще осталась эта лента. Так-то, ну... Надеюсь, она еще хотя бы живая. А тут пипец какой-то, все мрут, как мухи. Да. Как проработан сюжет, мне нравится прям вообще. Прям вообще капец. Я сейчас заплачу. Мне почему-то его жалко. Ну да. Пускай он такой, знаешь, с виду засранец. Ну, блин. Ну я вот, знаешь, еще тогда, когда мы разговаривали, когда этот дядечка отдал его, начал нам сдавать, да, я еще тогда понял, что, ну что-то, короче, нехорошо дядечка поступает, уже, знаешь, больше симпатии пропитался. Так, двигатель еще теплый, он еще здесь. Ну давай, иди, клавиатура на тебя. Да ладно. Я просто привык, что мышкой тоже ходить. Так. Два раза нажми. Вот так вот, умница. Умница, дочка. Конечно. Ну? Ну. Давай ломать. Вообще, держи руку на клавиатуре. Не отпускай. И не отпускай. И держи. Они бы могли просто сделать дверь, чтобы он ее просто силой открыл. Но обязательно надо было добавлять этот квик-тайм. Почему нельзя было с ноги, да? Ну, нафиг уже с ноги открывать тут все. Ой, а у него сил же нет, уже теперь винтован, теперь эмулеван, точно. Да вообще, как он, блин, после всего, что с ним было, еще умудрился там по городу побегать? Еще живой. Он самый неубиваемый персонаж. Шепард металлургии. Шепард. Угу. Опять же, очередная локация, которая тонко намекает, что здесь все и закончится. Ну, главное, чтобы не печально для нас. Ну, мышка в твоих руках. Ну, клава-то в твоих. Серый волк. Большой, страшный серый волк. Звучит как-то пошло, кому по мне. Раньше ты был кем-то. О, стой. Фотки. О. Во. Когда она поцеловала. Да-да-да. А это... Это а. Понятно. Это... Не знаю. Это тоже понятно. Угу. Это кто? Это, видимо, Лили. В... Да. Примерно в своем человеческом обличии. Ну да. Да, наверное, так и есть. They used to fear you. Тебя боялись. Люди прятались везде, когда могли пройти со своими маленькими дрожащими чем-то там, телами. Лапками, телами, ножками, все что угодно. Такое колесо, кстати, которое... Для распятия. Угу. Угу. Ага. Нам туда. Пойдем туда. Нам туда. Нам туда. Там туалет. Это туалет? Это не туалет далеко. О, нам понадобилось. О, серебряные пули здесь ковали. Понятно. Откуда все это? Берем. Серебряные? Большой страшный серый волк. Ку-ку. Наконец-то ты пришел. Сперва мне нужно было кое с чем разобраться. Оказывается, ты мальчик на побегушках. Мило. Бигби. Я вижу, ты благополучно сюда добрался. Извини, но у меня есть важные дела, требующие внимания. Я оставлю тебя в умелых руках моей коллеги. Возвращайся, когда закончишь, дорогая. Не волнуйся, это не займет. С дороги, сейчас же. Не усугубляя ситуацию. О, он не хочет играть. Уверен, ты убедишь его. Хватит страдать херней. Ты мама вообще чуть не манер. Или она в это время тратила цветающий мимо города ветром. А, это, короче, по истории.
Волка так звали. Да ладно. Это все, на что ты способен? Ауч. Ну это было я, да, космонул. Коза. Как она умеет эффектно исчезать и появляться прям вообще? А я думаю, в любое отражение она может исчезать. И появляться в любое отражение. О, начищенные туфли. Черт. До блеска. До отражения. И чё? Да. Как она красненько-то подсвечивается. Так. Ну, давай туда. Просто-напросто столкнуть нас куда-нибудь в кипящий этот. Mm-hmm. Или мы ее. Кипящее серебро. Она еще, знаешь, наверное, палец вытянет большой вверх, как терминатор. Действуй, сестра. Ой. Так, Майя. Ой. Я же вроде успел, нет? Не знаю. Она зацепила все-таки. Ладно, блин, ползи дальше. Какая, а? Ловкая. Что мы тут делаем? Как мы сюда вообще залезли-то? Вообще не знаю. Главное, залезли, а дальше... Так, ну-ка, я готов. Да. Он тупо не успевает анимацию. Или я это успеваю? Или не успеваю? Да. Или не очень. Где ты? Выйди и сразись, мрач. Не мрачься со мной. Ну, я так для тебя. Истинный облик. Какая-то красота. Сотка, да? Ну да, ловкий тварь всегда опаснее. Оп. Ах ты ж. Блин, с ней опасно нафиг драться-то. Ну, у нее осколки, он осколки. Да, в некоторых чё, моментах, блин? Мне кажется, лучше не пытаться на нее напасть. Ай. Ей-ей. Ай-ей. Ку-ку. О, ау! Не в это упали, нет? Опять он обратился. Ну так такой адреналинчик, ты чёрный. И опять он голый. Ну теперь только серебро его возьмет. Бестыж. Вообще, в принципе, это тоже. Да ты чё? Держи себя в руках уже. Какая-то змея. Такая жутковатая. Жутковатая такая прям вообще. Ой. А чё это? Ой, что-то до хрена. Ой, а чё это? А чё это? А чё происходит? Где настоящее? Иллюзия. А давай это. Эники-беники или вареники. Ага. Камень, ножницы, бумага ещё скажу. Да, на камень, ножницы, бумага. Иди отсюда. Ну, допустим. Ты ж брысь. Блин, это вот эти вот стекла, осколки, это просто... Пошла вон. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ты говоришь, регенерация у него большая? Ну. Это хорошо. Да что ты? Мне кажется, или там Китай настолько быстро идет, что даже не успевает сам себя... Да просто ты должен уйти. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Ты нифига на его столкнула, прикинь. То же самое было с Гулливером. Нет, это... Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все, 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 все. Какой он клевый. Обалдеть. Вот это просто люто-волк. Люто-волк, ага. Чаще, блин. Ай, на стекло разбивается. Вообще. Ты поразумел. Вот это вообще. Ой. Ниже тех. Давай, давай, давай. Вот это в натуре большой и страшный. Серый. Действительно большой и страшный. Слушай, как Красношапочка могла принять его за бабушку? Он же такой огромный. Какой-то такой гигантский бабушка. Я уже про зубы, потому что какая-то большая. Бабушка, как это вообще в дом-то вообще поместилась, нет?
Ну, он такой миленький, в принципе, на 6. Вот этот момент мне напомнил момент из Наруто. Да-да-да, мне тоже. Ульта! Просто. А, просто вообще. Девяти хвоста, по-моему, что-то подобное было, нет? Ну да, там... Девяти хвост и вис, все дела. Он тоже большой был. Большой, страшный. Ну, не такой, конечно. Волк-то большой. Лист. Так, вот оригинал. Так. Ух ты. Что он делает? Это не поможет тебе это. Все, он уже большой, страшный. Все, ты обречена. Что-то, короче, сейчас будет недоброе чувство. Ты обречена. Ой, в глаз. Нет, нет. Не успела, отлично. Или успела, да? Ты нет. Нет, смотри, у него только морда. Ну да. Это ж, блин, мы ее победили! Что такое мешается?